Всем привет! Для меня это обычный вечер. И сейчас у меня сложная операция. Мне нужно перерубить хребет у индюшки. Я варю это мясо для собаки, и, конечно, это жесть. Вот это огромная индюшка. Сейчас я начну ее распаковывать. Берем ножницы и начинаем резать. Я сейчас покажу, постараюсь показать весь этот процесс. Для меня это ужасно, потому что я вегетарианка, но мой муж мясоед, и собака ест индейку. И у меня вот есть такая большая индейка. Ее даже поднять невозможно. Вот. Ее нужно разрубить на две части. И знаете, для меня это каждый раз стресс. Но когда ты любишь, ты идешь на любые жертвы, потому что я мама-одиночка, у меня трое детей. Они со мной здесь, в США, они живут. И я помню времена 90-х, когда нужно было готовить детям из топора. Мы покупали, такие, знаете, были суповые наборы, кости. Я срезала с этих костей мясо. И делала детям котлеты. И это было, конечно, ужасно, потому что у меня была такая ручная мясорубка. Ну, многие помнят об этом. И эта мясорубка не прокручивала вот это вот мясо. И я его вытаскивала с этой мясорубки. У меня перчатки, видите, на руках. Я очень брезгую, ну, потому что я не ем мясо, но я должна это делать. И я чистила эту мясорубку, вытаскивала все эти жилы. И делала детям котлеты. Вот сейчас попытаюсь поднять эту индейку. Вот. Это, конечно, кошмар. Вытаскиваем. Это горловина. Это пакет с ливером. И сейчас я перекладываю. И мне нужно эту индейку перерубить этим ножом. Но сначала я должна поломать хребет. Мужа я просить не буду, потому что он устал, он отдыхает, и если он этим займется, это будет сложнее, потому что мне тогда придется чистить кухню. Вот так вот. Поэтому сейчас мы сначала разряжаем кожицу и ищем слабые места. Если сказать, что мне тошнит, то это ничего не сказать. Я должна это сделать, потому что у меня у собаки аллергия. А индейка очень тяжелая и очень большая. Сейчас я начинаю переламывать хребет. Я уже не могу переустановить камеру, потому что у меня грязные руки. И это все ужасно. Да, ребята, это все ужасно. Для меня это ужасно. Все, я переломала хребет. Я могу снять перчатки на время. Будем искать чистую кастрюльку.
и варить мяско для собаки. Вот так вот. Я сегодня уже была в Вашингтоне, я сделала все свои дела, у меня помыта посуда, у меня полный холодильник. Можно еще поставить стирку, у нас сейчас 9 часов вечера. И моя работа сейчас только начинается. Вот, я уже расправилась с индейкой. Мне сейчас нужно разрезать этот пакет. Здесь ливер. Я работаю уже одной рукой в перчатках, потому что другую руку я мою. Выворачиваю сюда ливер. Мне ужасно противно. Блин, как это противно. Кровь течет. Я сюда кастрюлю складываю, чтобы поставить все это вариться собаке. Но я же хочу сказать о другом. Это моя обычная жизнь в США. То есть многие вещи я могла бы не делать. Допустим, если бы здесь не жила. Я в Украине делала то, что я хотела. У меня были взрослые дочери, которые тоже вегетарианки, которые уже научились готовить вкусную еду, борщи. А здесь как бы выбирать не приходится. Потому что есть люди, ну, есть человек, мой муж, который обо мне заботится. Есть обстоятельства. Поэтому всегда приходится чем-то жертвовать. Я должна еще раз сказать индейку. Я уже сняла перчатки. А потом буду долго мыть свои руки. Кому-то это покажется смешно, да? Кому-то легко барана там зарубить или свинью зарезать. Мне это нелегко, поэтому не нужно мне тут говорить, что я какая-то странная. Это мой выбор, я давно не ем мясо. Есть вещи, которые мы не выбираем. Да. И да, но есть вещи, которые мы не выбираем. Я, например, 6 лет уже жду свою грин-карту. По всем законам США я могла бы уже подавать на гражданство. Но случился кризис, пандемия. Так, готовка продолжается. Здесь вот мясо свиньи на ребрышке. Это мужу. А здесь вот эта вот колбаса натуральная. Он ее любит. А здесь муж захотел салатик. Это с крабовыми палочками. Вот это вот я смогу есть. Здесь нет мяса. А это я готовлю мужу. И это мужу. И мне еще есть рыбка в холодильнике. И супчик с овощами. Я хочу еще показать холодильник. Здесь все забито мясом. Вот, мы купили 2 индейки по 5 долларов всего лишь. 39 центов. 1 паунд. Ну, полкилограмма практически. Сейчас рождественские распродажи. И вот где в Украине такие цены? Целая тушка за 5 долларов. Здесь у мужа курочка, свининка. Здесь ребрышки. А здесь тефтели уже готовые, я ему делала. Заморозили. А здесь бусик. Вот. А здесь еще кусок мяса. Вот здесь вот, в этом пакете. Так что вот так вот. Все забито.